Лазерная шлифовка для коррекции гиперпигментации кожи – идеальная процедура для достижения необходимого результата. Шлифовка осуществляется фракционным методом, основной принцип которого – воздействие лазера на определенное количество точек на коже, не затрагивая области эпидермиса между этими точками. Такие лазерные процедуры гораздо эффективнее классических химических пилингов. Пилинги действуют сплошной агрессивной средой на поверхность кожи, а сам процесс регенерации кожи длится дольше. А при точечно-фракционном воздействии сохраняются неповрежденные участки кожи, которые способствуют более быстрому и качественному восстановлению новых тканей. Для коррекции гиперпигментации достаточно одной-две процедуры. Аппликативная плазмотерапия после проведения процедуры позволяет уменьшить срок реабилитации и ускорить восстановление кожи.